И любимые женщины, поздравляем вас с 8 марта. Вы как растение, оно вот растет и тянется кверху, к солнцу. И растение любое, даже засыхающее, оно подпитывается. И женщины для нас, и прежде всего для художников, это подпитка. Подпитка энергией. Женщины толкают нас на подвиги, и это очень здорово. Мы ценим вас, любим, обожаем. Счастья вам, здоровечка. И самое главное, пусть любовь будет рядышком и окружает только добрые, искренние люди. Любим и ценим вас. Женщина – это начало. Благодаря женщине мы все, в общем-то, появились на белый свет. Женщина – это самое лучшее ребро, которое выбрал Бог и создал вас. Тициан, Ренуар, Модильяни создали прекрасные произведения благодаря вам. Хотелось бы поблагодарить вас за тепло, которое вы дарите детям, внукам, значит, любимым мужчинам своим. Вот, поблагодарить за это тепло и пожелать вам, прежде всего, счастья. Милые девушки, женщины, мамы, бабушки, вы наша весна. Вы наше вдохновение и красота, вы наша мудрость. Процветайте в любви и заботе. Будьте как героини картины Сандро Боттичелли «Весна», хранительницами жизни, гармонии и счастья. Пусть в этом мире будет чуть-чуть больше женственности. И еще все девушки в нашей академии – люди творческие, поэтому пусть им почаще в грезах является фея.